Так, всем привет! Всем привет из Краснокамска! Пермский край, Средний Урал. Наконец-то у нас установилась теплая погода. Сегодня уже 19 июня, а у нас до этого все было какая-то ерунда. Ай, кто-то меня кусает там уже. Вот сегодня первый день, более-менее тепло. Ну, вчера тоже так неплохо было. Работаю в теплицах. Ну как? Помидоры я подвязала уже давненько. Надо уже снова подвязывать повыше. А то они стебли начинают уже отклоняться. Такие вон, видно. В среднем ряду, да, в стороны уже уходят. Пасынки. Пасынки растут не по дням, а по часам. Убираю беспощадно все пасынки, стараюсь. Они вот лезут все равно. Вот здесь вот с помидорками даже жалко. Оставлю. Оставлю, пусть растет. Вот такие мощненькие. Это москвичка сорт. Они такие коренастые, такие мощные. Оставлю семена. В следующем году буду... Ну, посажу, посмотрю, как будет урожай. Ну, вообще их очень хвалят. Оставлю себе на семена помидорку. И в следующем году не буду покупать. Выращу из своих. Вот мокрица какая здоровая. Салат этот надо уже убирать. Курицам он уже перерос. Укроп надо обрезать, сушиться, нарезать или в морозилку. Посмотрим там. Вот здесь пасынок спрятался. Видите? Убираем его. Выламываем, чтобы хватало питания для основного стебля. Здесь тем более я оставила два. Потому что один уже большой пасынок был. Так, вот здесь еще большой надо убрать. Так, проверим. Полола грядки в огороде. Ну, загремело все, засверкало, пришла гроза. И я убежала домой. Супик заправила, пообедала. Ребята обедать не стали. Вот, вышла на улицу опять поработать. Вот этот сорт у меня идет балконное чудо. Вот они такие маленькие-маленькие. Я вот думаю, наверное, пасынки-то не надо убирать. Они и так малюсенькие. Чего они сантиметров... 15-20, наверное. Не буду ничего убирать. Как-то вот там вот их убирать-то? Не видно ничего, не малипуськи такие. Подписывала все сорта, но все бумажки выгорели. Так, примерно знаю. Но потом, когда вызреют, посмотрю. Знаю, что у меня там банановые ноги, что их не перепутаешь ни с чем. Черный принц. Вот. Оп. Убираем пасынки. На юге-то, может, и, наверное, не пасынкуют томаты, но у нас на Урале, если этого не делать, то не успеют созреть помидорки. Поэтому приходится оставлять минимум. Вот. Ну, здесь прямо, видите, прямо снизу лезут два. Вот. Нижние листья тоже убираю, чтобы не касались земли. Так, поехали дальше. Пасынки убираю буквально даже, наверное, не раз в неделю, а два раза в неделю. Потому что они вылазят очень быстро. Травку
заодно по пути. Вот. Жарко в теплице. Нагрелась солнышком сегодня. Тут нам холодно, не ладно, жарко, не ладно, да ведь? Так. Вот этот сорт не дала Лёлька, своячница. Даже не знаю. Она тоже не знает, что за сорт, но он очень похож на москвичку. Тоже кто-то ей дал семена. Она посадила много-много. Вот у нас малина одолела. Так что посмотрим, что будет за сорт. Если что, тоже семена оставлю. Так, травку убираем. Так, ну-ка. Песенки у меня здесь веселые, всякие и невеселые тоже. Одолели у меня нынче в теплице. Вот. Малина. Она просто заколебала. Она везде. Вон. А лезет она оттуда. Вот оттуда. С той стороны. Очень много ее было. Рву ее. Она все равно откуда-то выходит. Ну, корни же у малины наглые. Любит везде протиснуться. Вот. Вот так глядишь. И свой урожай будет. Вот здесь тоже пасынок откуда лезет. Вот. Убираем. Все убираем. Листочки вот эти нижние, чтоб на полу, на земле не лежали, тоже убираю. Но больше 2-3 стараюсь не выдергивать, потому что, чтоб не было стресса для растения. Вот. Скрутились листочки почему-то. Жарко, что ли? Вот здесь тоже с земли лезет уже пасынок. Тоже беру нижние 2. Вот, все листочки скрутились. Что такое, непонятно. Полила с утра. У нас здесь буквально неделю назад погода-то была, конечно. Ночью до 3 градусов опускалась. Плюса. Хотя по краю где-то обещали минус 2. Это вот у нас такой июнь. Непредсказуемый. Так что. Вот здесь что-то у нас какие-то заросли. Наверное, кто-то где-то вылез. Вон, вон они, вот они. Просмотрела где-то. Вот один пасынок. Вот они все лезут, видите, из земли. Убираем их все. Убираем. Вот так много. Зачем они? Нет, они не нужны здесь. Так. Так, здесь тоже убираем. Так, поехали дальше. Здесь вот тоже ненужный растет. Так. Еще маленькая, все нормально. Трава, листья. Так, здесь что у нас тоже вот из земли лезет? Трава. Я когда без ведра дергаю все это, на дорожку складываю, потом прихожу просто. Или подметаю, или оно так высыхает, остается. Ничего страшного. Полезно, мульча. Вот трава. Листочек лишний. Так, что здесь у нас? Все нормально. Вот уже подвязать надо. Вот уже падает. Сейчас буду подвязывать. Так, здесь тоже мелкие пасынки.
тоже их уберем, пока не успели они вырасти. Это нам не нужно. Здесь что у нас непонятно? Вот он там маленький такой. Оп, убираем. Трава-то растет независимо от погоды. Тепло ли, холодно. Она же лезет везде. Везде лезет. Прям пыщит и лезет. Листики тоже убираем от земли. А то они уже, видите, цвет поменяли. Какие-то некрасивые стали. Так, что здесь у нас? Вот пасынок. Убираем. 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 Вот эту кисть оставляем. Есть и детерминантные сорта, но я так как не подписала, я не знаю, какие из них кто. Я у некоторых томатов, вот кисть, видите, идет, она идет с цветоносами, без листьев даже. Ниже ее у индетерминантных сортов оставляют пасынок. Вот она какой крепкий. Потому и томат формирует два стебля, потому что вот на этом стебле она остановится в росте, и дальше в рост идет второй стебель. Если его выломать, то томат больше расти не будет. Соответственно, плодов тоже больше не будет у него, да, образовываться. Но я так как все бумажки потеряла, я у некоторых сформировала, у некоторых нет. Поэтому посмотрим, что получится из этого. Что вырастет, то вырастет, как говорится. В прошлом году был урожай томатов не очень. Июнь у нас был весь холоднющий тоже. Так что тут и очень длинная веточка. Я ее обломаю, чтобы она на земле не лежала. Потому что зачем она такая длинная? По земле волочиться будет. Ну, здесь пасынок убираем. Так. Вот здесь тоже два стебля я оставила. Вот. Вот шел основной стебель. Вот кисть. И вот ниже ее я оставила пасынок. Вот из него еще один растет. Теперь дальше томат пойдет вот в этот стебель. По идее, это как бы должен идти. Посмотрим, что у нас там получится. А вот мои томатики, которые я посадила рано дома. Где у них начало, где конец, я уже не знаю. Что-то они все так заросли. Ничего не видно у них. Где кто? Ну, этот я оставила в два стебля. Вот видите, уже помидорки зеленые. Вот. Вот, ну сейчас буду смотреть так. Пасынки. Ну, не вижу. Как-то я привязала здесь два стебля, потому что и очень густо получилось. Надо будет попозже прорядить. Несколько листочков убрать. Так. И вот. Наш томат. Это томат F1 Любаша. Это я точно помню, потому что я вот эти два. А вот этот не помню. Семка, по-моему, 2015. Вот. Вот эти два томата я посадила пораньше. Но я их посадила сразу в горшки, в цветочные. И поэтому они у меня выросли большие. Я их сюда высаживала уже с плодами. Так что, ну-ка иди сюда. Сейчас тебя отломлю. Вот, и они у меня вот уже краснеют. Я помидорку красную не срываю первую, чтобы остальные начали краснеть. Когда помидорка красная есть на кустике, остальные быстрее краснеют. Вот сейчас эти начнут, эту можно будет скушать. Сегодня, может, ее и скушаем, снимем. Вот помидорки уже такие большенькие. Так что вот. Ну все, вроде. И вот здесь один помидорчик посадила в горшок.
Осенью заберу домой. Помидоры, они многолетние растения. Могут долго расти дома. Так что, по-моему, это черри идет. Поэтому я заберу домой. И у меня вместо цветов решила, что на окнах будут овощи расти. Вот. А цветочки я только немножко дома оставила. Гераньку там, еще что-то. Так, вспотела вся. Пойдем во вторую тепличку покажу. Здесь что у меня? Здесь я насадила в горшки томаты, которые остались. Тоже осенью либо домой понесу, либо кому-то... Ой, присяду, раздарю. Вот они в горшках. Эти идут балконное чудо. Маленькие они. И черики. Вот в теплице я их посадила. Вот они все. Туда уходят. Посадила перчики. Высадила. Ладно, встану. Посадила баклажанчики. У баклажанов тоже убрала все пасынки сегодня. Ну, и до этого убирала, и сегодня еще убрала. Еще вот у них здесь у баклажанов бывает цветочек. Вот такой, самый первый. Его нужно убирать. Тогда будет более урожайный кустик. Вот здесь, видите, один убрала, второй вырос. Его тоже убираем. Нафиг он не нужен. Вот. И пасынки все убираем. Они прут как... Не знаю что. Капуста пекинская у меня здесь растет. Короче, не успела я ее рассадить. В общем, отсюда убираю потихоньку. Вот видите, красноцветная обложка ее даже здесь ест. А если я ее уберу на улице ее вообще съест она за 5 минут. Там просто нашествие этой обложки. Базилик. Часть рассадила, часть тоже здесь сидит. Здесь была редиска, съели. Надо вот еще посеять. Вот баклажанчик еще. Вот у него тоже один убрала. Цветок второй вылез. Убираем. Пасынки. Убираем. Здесь у меня вылез, по-моему, кабачок. Ну, как-то неожиданно. Думаю, оставить его, пускай растет. Вот баклажан тоже. Пасынки не выросли. А цветочек вот боковой вырос. Этот. Убираем его. Так. Еще один вот баклажанчик, у него все нормально. Вот идут эти кустики, уже все нормально. Огурцы. Огурцы мы уже кушаем. Вот они. Но я их сейчас не срываю. Дома что-то много уже их. Не съели еще те. Старалась я огурец, вот эти вот кустики, чтобы он не лез усы. Прищипывала их, прищипывала. И прищипывала, и прищипывала. Нет, они все равно лезут. Я даже не понимаю, откуда, когда они успевают. В общем, я хотела, чтобы он рос как положено, как елочка вверх ногами. То есть нижние все усы прищипываем, чтобы у него здесь проветривалось. А верхние уже можно оставить. Но не получилось у меня, не успела я. Не то чтобы не успела, я их прищипывала, вот они где-то вылазят. Вот они здесь не нужны, я их... Убираю. Вот. Опять усик. Убираю. Потому что мне загущение вот это внизу здесь не нужно. Так, вот это что такое? Так, вот этот прищипнутый. Вот он. И то он какой вырос большой уже. Вот сколько прищипок этих. Они все равно лезут и лезут, и лезут, и лезут. Ну ладно. Капуста цветная. Не успела высадить ее. Во-первых, я ее посеяла уже поздновато. Во-вторых, то холодно, то коз пасу, то еще что-нибудь. В общем, надо ее высаживать. Обещаю себе, что высажу ее. Даже, возможно, сегодня. Но не факт. Вот этот огурчик у меня растет. У меня рос в горшке. В горшке. Я его высадила сюда. Он здесь у меня погибал, погибал, погибал. Потом взял и ожил. И вот сейчас растет потихонечку. Кыш, муха. Ну вот. Тоже прищипываю усы.
А он все равно их пускает. Вот эти пасынки тоже. Вот он. Перчики. Перцы тоже убираем, все пасынки. Вот они. Мы их все выламываем. Выламываем. Еще у них в середине вот здесь вот есть цветочек. Вот этот цветочек, который в серединке, его тоже нужно убирать обязательно. Так, если два, то два, вот он. Видите? Убираем его. Вот. Здесь еще, а кстати, вот он. Вот один у меня убран. Видите, второй вылез, тоже убираем. Иначе он все питание будет забирать себе. Пасынки тоже убираем. Вот здесь на место пасынков уже лезут цветочки. Оставлю их, пускай зреют. Вот здесь цветочек вот этот. Коронный, или как его называют. Все, убираем. Так, здесь что у нас? Вот здесь убран уже, видите? Дальше уже идут кисти. Вот сколько цветов пошло сразу. Пускай зреют. Здесь тоже все убрано. Пасынки. И здесь было два цветочка. Видите? Пенечки остались. Вот здесь убираем. Аккуратненько так. Где взять-то? В перчатках неудобно. Оп. Все. Пасынки убираем. Пасынки. Не скажу, что мы прям любители. Так, перцы много особо не едим, но замораживаю я его, режу. Очень. Вот здесь два стебля у меня перец пошел. Оставлю. Что вырастет, то вырастет. Замораживаем, кушаем. И в супы, и в овощи тушеные везде добавляем. Вот здесь мне место осталось. Я молодые огурчики посадила. Мальчик с пальчик. Вот этот почему-то у меня завял. Не знаю, то ли корни повредились. Сейчас. В общем, посмотрим, что будет. Ну, если что, новый посажу. Вот здесь у меня еще остался такой пятачок. Здесь у меня укрывной лежит. Надо будет его свернуть, убрать. Здесь у меня опилки сохнут. Привезли опилки сырые. Для цыплят до комода. Тоже их уберем отсюда. Сюда поставлю бочку с навозом настаиваться. Водичкой залью, чтобы подкормки делать. Так. Здесь шкурка у меня сохнет. Надо будет ее унести тоже. Поехали дальше. Перчики и помидорчики здесь посадила. И огурцы. Вот этот идет, видимо, китайский салатный. Вот они какие здоровые. Вкусные. В салате очень вкусные эти огурцы. Я их люблю, никогда от них не откажусь. Но я их сажаю буквально один кустик. Им хватает наесться всем. Всем-всем. Вот этот, по-моему, тоже китайский идет. Или нет? Тоже какие-то вроде длинные огурчики. Так, вот этот идет бонзай. Он не очень такой длинный, но тоже плоды хорошие. Хотя я в засолку их тоже использую, когда их много. Я делаю салат. Такой. Колечком нарезаю огурцы. Вот сколько огурцов надо уже. Можно их, по идее, снимать, хотя они в два раза больше толще вырастают. Очень мы любим салаты вот эти. Колечками с лучком. На зиму. Заготовочку. Вот здесь тоже огурцы эти. Все их надо уже снимать. Так. Вот. И помидорки эти маленькие пошли. Вот все желтые листья стараюсь оборвать. Не заметила. Холодно было, они у меня на улице рассада стояла. Померзли. Ну вот и перчики тоже. Пасынок вот вылез. Вот у меня все эти пенечки убраны. Вот еще один. Вот иди отсюда. Вот. Здесь что у нас? Вот здесь пенечек убрала уже. Ну вот, помидоры побольше посадила. И в той теплице помидоры, получается, и в этой. Потому что они у нас
больше как-то в еду идут. Поэтому решила. А огурцы у нас всегда заготовки остаются. А помидорок не хватает. Так что будем наваливаться на томат. Вот какой кустик красивый. Вон, видите, он уже раздвоился. Вот у него уже и здесь, детки. И тут, и тут, и тут. Этот сорт идет. Гордость России. Ну вот, посмотрим. Будем гордиться. Или не будем. Вот так вот. Такие теплички у нас. Очень много осталось томатов. Вот эти томаты остались. И здесь еще. Но эти все уже выкидывать буду. Они уже все пропали. Голубика у меня кустичек растет. Надо вот эти веточки. Все думала, все оживут, обрезать. Подмерзли, видимо, они. Сухие вот эти обрежу. Одна вообще вот погибла. Обрежу сейчас. Вот у нас абрикос растет, но он весь в тле. А погода была холодная и сырая. Вот сюда помидорки высадила. Тоже пасынки надо убрать. Хочу эти помидоры без подвязки, без всего оставить. Пусть растут как могут. Вот это погибло. Так. Ну, капуста у меня завязывается прошлогодняя. Да. Кабачки. Любимые наши. Очень люблю. И оладьи из кабачков. И все. Вот они. Вот кабачки. Ням-ням. Скорее бы созрели. Ты моя. Видите, у меня музыка тут весела вообще. Помощников нет, так я сама с собой веселюсь. Оу! Там ребеночек у меня голос подает. Что? Гортензия у меня погибла. Так что буду новую покупать. Или не погибла. Оба-на. Нет, ведь не погибла. Обалдеть. Вот, росточки зеленые, класс. Вот они, ура! О, классно! Надо Пашке позвонить. О, классно, живет, наверное, гортензия, но, наверное, в этом году уже цвести не будет. Классно. А я уже вся изревелась. Здесь у меня... Ванька мокрый растет. Сеял его семенами. Он вот. Цветет уже вовсю. Как его называют-то по-научному-то забыла. Он какой красавчик. Цветы были такие яркие-яркие, красные, выцвели все, уже отцвели. И вишня наше чудо. Одна веточка, единственная, которая была с плодами. Ее вот жаба одна откусила, которую Сима зовут. Где она? Беременная. Вот она. Убежала у меня и забежала сюда. И вот первую ветку, которая с ягодками именно. Вот как она так увидела? Ее и хапнула. Вообще с этими козами столько хлопот. Не знаю даже. Одну буду точно я продавать. Там дальше видно будет. Так, ну, цветочки, вон все, что осталось, рассаживала, одни горшки. Петуньки цветут, виолки, астры даже цветут уже. Геранька розыбудная цветет. Здесь тоже, здесь все заросло уже. Вот начала полоть, поставила перед собой цель сегодня вот этот квадратик прополоть. Прополола вот, ну вот, вот, и дождь пошел, гроза. Сейчас пока сыровато, поддует, так еще дальше буду полоть. Коза сегодня у меня сбежала, и вот, откусила лилию, той уже был цветонос.
большой. Какие-то заразы, личинки отложили. Убираем эти личинки. Это жуки вот эти, которые едят. Вот откусили. Вот откусили лилию. Заразы. Эти козы, так. Они у меня вот уже скоро зацветут. Мои хорошие. Вон клоповня какая сидит. О, клоп сидит. Видите? Клопик. Клопик. Вонючий, не буду тебя трогать. Иди давай, беги отсюда. Ми. Какой-то интересный такой. Ух. Ух, ух. А это мой помощник. Охранник. Да? А здесь у меня цветочек красивый такой. Вот. Видите, какой я купила? Видите, какие у него мочалочки красивые. Мне сказали посадить его в вазон, и он будет по всему вазону. Весело у меня тут. Вон, у меня Паша сделал какой перелив баский. Видите? Во. Вот. Сегодня дождик пошел, и обе бочки наполнились моментально. Я перенесла их уже. Одна бочка в теплице стоит, вон, синенькая. А вторая железная, вон, видите, они обе полные. Вот такие дела. Лунтик, ну кто-то звонит. Лунтик. Ладно, всем спасибо за внимание. Всем пока-пока. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки.